Сегодня в штабе Общероссийского народного фронта в рамках благотворительной акции были вручены 7 планшетов многодетным семьям. Из-за пандемии технику, а также средства индивидуальной защиты, маски и антисептики будут выдаваться поэтапно. Хочется сказать слова благодарности всем вам за вашу, я не побоюсь сказать, силу воли. Да? 7-8 детей, даже 5, это, конечно, огромный труд, неоценимый порой. Все мы понимаем, как тяжело воспитать такое количество детей, но благодаря вам, вашим стараниям, страна наша растет и развивается. Спасибо вам большое. Уважаемые наши мамы, у вас сегодня гаджет, он не просто гаджет, он подведен к нему интернет, уже есть симка, на месяц оплачены. Также устроен в нем там и Zoom, чтобы вы могли уже сразу уже обучаться. Напомним, проект «Благодарю компьютеры детям» запущен весной прошлого года для обеспечения многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей, 3 из которых школьники. В эти дни школьники региона получат 100 единиц техники. У меня 8 детей, 2 студентов, 3 школьников, и остальные в садик ходят. Если честно, даже не ожидали, не ждали ничего такого. И очень приятно, когда действительно знаешь, что думают о многодетных семьях. Особенно в такое время, когда дистанционное обучение. У меня 7 детей, 5 школьников, 2, один садик и другой грудничок. Хотела поблагодарить фонд за поддержку многодетных семей в наше тяжелое время с пандемией. Хотела поблагодарить спонсоров, которые нам предоставили такую возможность.